Привет, друзья! Сегодня 5 мая, это Львов. Как я вам и обещал, я начинаю серию маленьких съемок про Львов. И начну я его с парка Ивана Франка, ранее парк Костюшка. Сейчас я вам покажу этот парк, пройдусь по нему, небольшой ролик. И буду вам кусочками показывать какие-то обзорные про Львов. Такой памятник Ивану Франку. Помните школьную программу «Каменяри»? И очень красивое здание. Смотрите. Университет. Пару слов для Дніпропетровського каналу. Дніпро-Огонь, дуже класне місто, я там був, дуже велике і прикольне місто. Вам процвітання і привіт зі Львова і з Вінниці. Дякуємо, класні, ви класні, розвивайтеся. Вам... Давно в місті граєте? Другий раз. Так ви вже зіграні. Ну ми знавчилися, а з ним граємо другий раз. Другий раз, все на все. Добро пожаловать в Дніпр. Да, дякуємо, дякуємо. Да, ласкаво просто в Львів. О, есть. Какие классные ребята, а? Вот такие ребята. А классный парк тут, а? Мне нравится. Как в лесу. Так, детский городок в парке. Я так думаю, надо пройти его по кругу, чтобы ничего не прозевать. Немножко вот дорога идет вверх. Поднимусь вверх. Ну и накину кружок так по парку, чтобы ничего не пропустить. Площадь парка занимает 10,6 гектара, а этот парк с 1984 года числится как заповедник, скажем так, местного значения. Стоит какой-то домик в парке, скажем так, нежилой, нерабочий. Так, ну продвигаюсь аллейками парка. Очень красиво, скажу вам, очень. Читал про этот парк, написано, что некоторые деревья посажены еще в 1890 году. Представляете, сколько им лет? Даже вот на вот это вот дерево сейчас смотрю, вам показываю, да? Ну, уже видно ему, наверное, ну точно 100 лет. Огромное. Посмотрите, какие стволы. И это дерево. Я вот такой маленький. В сравнении с этим деревом.
Видите, как мамочки отдыхают. Вот эту ротонду, которую я только что снимал, она была построена в 1835 году, представляете? И до сих пор она есть. Вот купил мороженое, 15 гривен, дыня. Честно, невкусная. На этом, друзья, свой небольшой обзор о парке Ивана Франка я буду завершать. А вот это вот празднование, так я вам говорил ранее, что с 4 по 7 мая во Львове день города. Так что везде проходят гуляния, очень интересно, классно. Далее будет, не переключайтесь.